Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы свяжем капюшон снуд для мужчин, девчонки. Вот у меня начало, сейчас все буду рассказывать, не пугайтесь, что уже прям начало, ничего там страшного. А узор у меня отдельно. Так, значит, это будет капюшон, который можно снять, как бы, не обязательно на голову, просто как капюшон, и стянуть как снуд, он будет на завязках. Ну, вы это уже увидели, а я только вижу в голове. Значит, вяжу, у меня осталась эта пряжа, была упаковка от жилета. Нужно как минимум 200 граммов пряжи. Здесь у меня в 50 граммах 130 метров. Милана от Ярнард. Состав 8% альпака, 20% шерсть, 8% вискоза, 64% акрил. Очень приятная такая нежная мягкая пряжа. Вот, то есть в 100 граммах 260 метров ориентировочно, девчонки, что касается пряжи. Вот, что касается размера. Так, мой размер в ширину, девчонки, 31 сантиметр. Это такой эсочка, да. И ориентируйтесь, если будете увеличивать размер, ориентируйтесь вот сейчас на ширину. Да, потом уже добавление и высоту я буду говорить по поводу других размеров на протяжении всего видео. Я буду озвучивать. Для начала вы можете, вот сейчас я говорю, у меня на спицах 105 петель, 105 петель. Это 31 сантиметр. Так, далее, что по набору. Набор петель я набрала, я тут вам расскажу, потому что тут просто, в принципе, узор у меня в отдельном видео. Переходим, смотрим, сначала пробуем узор, там разбор. Почему отдельно я его дала, потому что мне он очень понравился, и мы однозначно, я им буду еще вязать и рекомендую его на мужские вещи. Вот, поэтому узор и в круговую, и поворотными рядами у меня в отдельном видео. Начала же я вязать платочной вязкой. Раз, два, три. Шесть рядов. Вот, шесть рядов платочной вязкой. Но и еще один нюанс. Набирала я петли, вяжу спицами 3 миллиметра, набирала петли на спице 4 миллиметра и двойной нитью. Вот видите, у меня здесь остатки. Вот это остаток двойной нити. Как это сделать, сейчас я вам покажу. То есть я брала двойную нить. Вот ее можно изнутри, одну ниточку, одну снаружи. Просто вот так вот складывала вдвое и набирала петли в два сложения, чтобы уплотнить вот этот вот край. А потом вязала, все вот это убирала, вязала одной ниточкой. Значит, набрала петли двойной нитью, потом 6 рядов платочной вязкой, то есть один ряд лицевыми петлями, один ряд изнаночными. Но начинала я с изнаночного ряда, видите, чтобы краешек был покрасивее, чтобы не вот эта вот впадина была после набора. И перешла на основной узор. То вот это вот, я вам объясню сейчас, почему так получилось. Потому что я распускала модель, уже вязала, как бы начала вязать, потом распустила, мне не понравилось, я начала резинкой внизу вязать, мне не понравилось. Вот, и при переходе на основной узор, что я вам должна сказать, что вот эти вот узоры, они не стыкуются красиво, то есть нет красивого стыка, плавного перехода, он все равно виден, поэтому я добавила вот здесь вот одну изнаночную петлю, вот она, с изнанки она лицевая, чтобы как бы имитировать шов. Его здесь на самом деле нет, но я его сделала вот такую вот имитацию. Изначально тоже хотела его пустить сзади, потому что капюшон хотела, ну, классические убавления, но сделаю по-другому, поэтому он, эта имитация у меня будет впереди, такая же имитация у меня будет там на капюшоне, то есть они будут перекликаться. Значит, что касается набора петель, если так, я уже сказала, что ориентировочно вот эти 31-32 сантиметра моих, это на эсочку, и добирайте по 2 сантиметра где-то, это в целом 2 сантиметра общей ширины, я имею в виду. Вот, набирайте, добавляйте на размер, как бы, ну, то есть на каждый размер плюс 4 сантиметра, если М это 30. 3 должно быть, да, ну, то есть 4 сантиметра в круговую, а 2 вот так вот в сложенном виде.
Вот так вот. Ну и тоже зависит от того, какой кто-то любит объемные такие, да, капюшоны, которые спадают, воздушные объемные. То есть ориентируйтесь на данном этапе по набору петель, сколько вам набрать петель и какую ширину вы хотите. Вот. Далее, высоту я провязала 17 сантиметров, сейчас у меня 17 сантиметров. Здесь я нарисовала как бы разложенную вот эту деталь, потому что мы сейчас здесь будем делать вот эти вот углубления на капюшон. Вот таким вот образом. Эти углубления, ну, на самом деле, это просто вот этот вот наш стык. То есть 17 сантиметров у меня в общей сложности провязано. Так, теперь смотрите, чтобы... этот стык, вот чтобы эти сокращения начинались именно когда вы вяжете изнаночными узор. Так, теперь мы по центру закрываем 9 петель, потому что 4, по 4 с каждой стороны. Вот здесь 4 до маркера, потом 1 изнаночная центральная и 4 вот здесь вот. То есть вот эти 9 петель я закрываю. Так, теперь мы вяжем по узору, как там у нас лежат петли. Мы продолжаем наше вязание по узору сюда и потом до конца ряда, ну то есть вот сюда. Так, провязала я ряд до конца, и теперь изнаночный ряд у нас как первый ряд, вернее, следите за тем, чтобы вот эти сокращения были, как я говорила, в изнаночном ряду, чтобы изнаночный следующий ряд у нас попал на изнанку, да, то есть мы будем вязать сейчас лицевыми петлями целый ряд. Это, и делаю сокращение. Вот я провязала 2, 3 петли. 3 петли я сократила. Так, значит, вот здесь вот у нас, давайте нарисуем вот эти 9 петель центральные, которые у нас вот здесь вот начинаются. И теперь пойдем вот так вот обозначать с каждой стороны, ну как для горловины. 3 петли, так, изнаночный ряд поворотный мы вяжем лицевыми петлями. Так, в конце, вернее, следующий ряд я снова сокращаю 3 петли. То есть здесь у меня 3 петли, и теперь с этой стороны 3, вот этим вот способом плавным. То есть я не довязываю 2 петли и провязывая их потом в начале, как бы ряда следующего, 2, 3, и вяжу лицевой ряд. Далее мы делаем 2, 1, 1, 2, 1, 1. И таким образом я, то есть я делаю, по сути, вырез горловины здесь вот на капюшоне. Пока, потом продолжим. Так, девчонки, небольшая коррекция. Всего 3 сокращения одной петли, 3 петли, то есть, ну, всего-то 3, 1 2 3. Я перевязывала, сейчас я вам все покажу. Я вечером вот сидела, уже не снимала, перевязала, уже довязала очень много, и смотрю, визуально не нравится мне, поэтому меньше убавления. Всего 3 петельки здесь, 9 по центру, и вот так вот мне уже все нравится. То есть я это вставлю в нужное место, вот эту вставочку, поэтому не пугайтесь, это я не в конце скажу. Так, значит, все. Провязала я вверх, сейчас буду мерить. Буду мерить. Вот смотрите, какая у меня красота. Очень нравится этот узор, обязательно еще буду им вязать. Вот. От начала вязания у меня сейчас ровно 40 сантиметров. 40 сантиметров. И после 40 сантиметров мы отделяем нашу центральную часть, которая у нас будет, сейчас я вам скажу, раз, два, 20 петель. Всего у меня здесь 90. И значит, остается 70, 35 сюда и 35 сюда. То есть я после поставлю маркер, значит,
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 13, 14, 15, 16, 17 и 1. Это 35. То же самое здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 1. Так, и по центру должно остаться 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все правильно. Отлично. Теперь что я буду делать? Теперь я вот эти 20 петель у меня пойдут ровно до самого конца. Здесь же я буду убавлять по одной петле в лицевом ряду. Не знаю, как это схематически нарисовать. Вот, то есть здесь мы продолжаем вязать, но при том убавляем. Сейчас я вам все покажу. Так, вяжем по узору. Так, и не довязывая до маркера 2 петли, мы их провязываем изнаночной петлей. Петли между маркером по центру мы вяжем без никаких изменений. Только по узору мы их вяжем. А по сторонам от маркера мы убавляем по одной петле. То есть провязываем по 2 вместе изнаночной. При этом в изнаночном ряду эту петлю изнаночную, пожалуйста, провязываем лицевой, чтобы у нас была вот эта вот имитация шва. Не теряем ее, эту петлю. Так, и здесь вот 2 изнаночные, далее по узору. И так продолжаю. Сокращение в каждом лицевом, в изнаночном. Эту петлю мы провязываем лицевой петлей. Итак, вот они мои сокращения. Вот здесь видно дорожечки. Эти с изнанки, вот они виднее. Всего я сократила по 5 раз. Это просто для закругления макушки. Сейчас мы далее вяжем. Давайте я вам 5 раз. 5 сокращений здесь и здесь. Далее мы вяжем вот нашу классическую пятку. То есть отсюда мы будем брать по одной петле. Как и у пяточки, я думаю, это все знают. Сейчас я вам еще покажу. То есть здесь у нас пойдет ровная, уже эти петли оставшиеся здесь не вяжутся. А мы будем подхватывать по одной петле. Значит, для этого мы сейчас перейдем сюда на эти центральные петли и будем вязать только их. Так, вот, значит, вяжем эти петли. Так, провязали. Теперь вот этот маркер уже нам не нужен. Вот эта изнаночная петля, которую мы сокращали, мы так и продолжаем. То есть мы сокращаем, провязываем 2 вместе. Эта изнаночная у нас будет крайняя. Но теперь мы поворачиваем и вяжем. Эти. Теперь у нас получается 22 петли будет, потому что мы по одной взяли с боков. Возьмем, по сути. И изнаночный ряд вяжем. То есть последнее мы вяжем в лицевом ряду изнаночными петлями, а в изнаночном ряду так все убираем. О, а чё ж я тут? А, тут у нас сокращения должны были быть. Вообще не пойму, что тут у нас. Так, а здесь мы 2 вместе провязываем лицевой. Надо было здесь провязать в лицевом ряду не по узору, а изнаночной петлей. Вот это обратите внимание. И поворачиваюсь.
Так, и вяжу снова по узору вот эти центральные петли. С каждым разом мы будем забирать по одной петле вот здесь вот. Из боковушек. Вот она, последняя петля, лицевой ряд, провязываем ее со следующей изнаночной петлей и поворачиваемся. И так далее. Продолжаем таким вот образом вязать вот эти вот центральные петли. Вот они отделены, здесь хорошо все видно. Вот смотрите, я провязала, и здесь у меня последний ряд. Видите, остались петельки. А по бокам уже больше ничего нету. Я сейчас набираю петли по окружности вот этого. То есть этот последний ряд я провяжу, а далее по кругу буду набирать петли. Далее у нас пойдет этот провяжу, потому что видите, вот здесь вот эти лицевые, я их не хочу здесь. Поэтому я провяжу узором еще последний ряд. И пойду по кругу набирать петли. Так, так как узор у нас на основе пышной резинки, то видите, край у нас достаточно растянут. Поэтому нам достаточно будет набрать из каждой кромочной по одной петле. Ну, так вот по кругу пройдусь, пока не замкну в кольцо. Так, девчонки, набрала я 132 петли. Эту нить надо обрезать. Вот, следите за тем, что если у вас другое число, то одно должно быть кратно 4, потому что вязать будем резинка 2 на 2. Вот, я посчитала петли и вот здесь вот добавила одну дополнительную, потому что одной не хватало. Вот сейчас перехожу на резинку 2 на 2 и вяжу высоту без добавления, убавления, без ничего. Просто вяжу. Итак, провязала я 12 рядов. Вот такой вот манжетик у меня будет. И теперь мне нужно вот здесь вот где-то сделать две дырки для шнурка, который будет продеваться. Сейчас я с вами. Сейчас мы разберемся, где мы их будем делать. Так. Определяем центр. Вот у меня он находится, это изнаночная петля, вот она по центру. Значит, я отступаю от этой центральной петли, я ее обозначу маркером. Эту петлю и от нее 1, 2, 3, 4, 5, 10 петель. И мне нужно провязать вот эти 11 и 12 вместе и сделать накид. Я провязываю вот таким вот образом, чтобы сохранить эту лицевую. И накид потом провяжу. А что у меня тут лицевая? Господи, что ж. Так, значит, еще раз накид. 2 вместе. И здесь у меня 10 петель. 2, 3, 4 и 5. Да, вот она. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, центральная наша петля. И центральные петли 10 петель. Отмеряем, отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 10. Делаем. Оставляем 2 петли до вот этих вот 10. То есть всего будет 11. Ну, 12 по сути. 12 петель от центральной. Накид. 2 вместе. 10 петель по узору. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 центральная. И теперь 10 петель в эту сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Здесь у нас приходится на 2 изнаночные, поэтому мы смело провязываем 2 изнаночные и делаем накид. Далее эти накиды провязываем по узору, как лежат петли, вот вклиниваем их в резинку. И у нас получится 2 дырочки для шнурка. Смотрите, я провязала всего, сейчас скажу сколько, 23 ряда, то есть, ну да, 23 ряда я провязала всего. Я вот смотрела, знаете, как мне нужно было, чтобы дырочка была вот посерединке, поэтому я вот так вот перегибала. Я вот вижу, что сейчас уже все, я буду пришивать, и дырочка у меня на сгибе находится, поэтому я отрезаю ниточку и буду подшивать открытые петли к вот этому набору петель. Так, оставляю ниточку подлиннее, беру иголочку. Что еще? Связала шнурок. Оставлю ссылку под видео в описании. Вот он, шнурок у меня из 4 петель. Есть у меня видео подробное, как его вязать. Оставлю под видео. Так. Что, почему я сейчас его связала? Потому что его проще сейчас продеть, вот, чем потом. И уже подшить со шнурком, как бы, чем крючком. Вот это, вернее, шпилька, его потом протягивать. Зачем? Я вот решила так. Хотя это не... А, кстати, хотела измерить вам длину моего шнурка. Он же еще подтянется. Ну, пока не подтянутом состоянии. Это 110 сантиметров всего. Так, ну и теперь подшиваю. Хорошо совмещаем вот здесь вот петли, чтобы они были напротив и не было перекоса. Вот это вот самое главное. Вот они, вот эта петля должна быть здесь. Здесь первые петли, они у нас не набраны, поэтому здесь четкого разграничения нету, оно будет дальше. Поэтому здесь подхватываем на границе основной вязки и резинки. Так вот переконтролирую. Проверяю каждый раз, какое слово я выдумала прикольное, уже забыла, как сказала. В общем, контролирую каждый раз, вот, чтобы у нас все было, совпадали вот эти полосочки друг напротив друга, чтобы не перекосило. Это очень важно. Вот. И все, и так по кругу я пришиваю все петельки, подшиваю к основному вязанию. Вот, вот такой подгиб у нас будет. Так, девчоночки, и теперь после этого, что я сделала, я вам сейчас расскажу, что я с этим капюшоном делала. Я его постирала вручную, я его взяла в полотенечко, вот так вот завернула, промокнула и вот так, в таком вот положении высушила. Что хочу, должна вам сказать, что всю эта вязочка разгладилась, вот она красивенькая, ровненькая, такая шикарненькая. Я хочу сказать, что это совсем не эсочка, это нормальный классический размер. Если вам не нужно мега размер или подростковый, то вяжите вот так вот и ничего не надо менять. Сейчас я вам промерю. Длина всего, ну, то есть высота 50 сантиметров, это в целом, и ширина 33 сантиметра. Все, не надо больше ничего не делать. Понятное дело, что можно связать и больше, если хотите объемные. Но вот это вот такой вот, ну, классический для нормального мужчины, среднестатистического. Если мужчина большой, вот, как в Чехии говорят, кусок мужика. Вот, если мужчина кусок мужика,
то тогда вы увеличиваете. Если мужчина подросток, то тогда уменьшайте. Вообще для среднестатистического мужчины вот это вот вяжите по вот этим вот меркам. Пряжи ушло 4 моточка, неполных, где-то 170 граммов. Поэтому смотрите, ориентируйтесь на вот эти мои расчеты. Вот такая вот универсальная вещица, как снудик мужчине подойдет, и голову прикрыть, и шею прикрыть, и все. Вяжите, девчонки, радуйте своих мужчин. А я с вами сегодня прощаюсь. На сегодня это все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.